реакция болельщиков и родных всегда очень мотивирует, хочется выигрывать. И, в принципе, у нас всего одна победа, сейчас очень важные игры начинаются, поэтому настрой очень боевой, только выигрывать. Эти выезды дают для детей толчок заниматься спортом, не находиться на улице, находиться в спортивных залах. Ребята учатся чему-то, они как друзья приходят, они записываются на социальные проекты тех или иных команд, подписываются, они смотрят, следят. Молодцы девчонки, отработали очень дисциплинированно. И, конечно, очень правильно, что мы не должны терять очки в домашних матчах с такими, с равными командами. Ну и, конечно, я очень благодарен той поддержке болельщиков, которая сегодня была обеспечена, что ребята из районов приехали. Ну и полная самоотдача команды, победа, набранные очки – это все очень здорово.